По меньшей мере 4 человека получили ранения во время антиправительственных протестов в столице Таиланда, Бангкоке. Как сообщается, в палаточном городке демонстрантов прогремел взрыв. В марше протеста приняли участие 1000 человек. Участники акции, которые не прекращаются вот уже 3 месяца, требуют отставки премьера Янглак Чинават и отмены всеобщих выборов. Оппозиция считает, что для начала в стране необходимо провести политическую реформу. Минувшей ночью сотни человек собрались в парке Люмпини, чтобы почтить память 46-летнего Прокронг Чучана. Он скончался от ран, полученных в результате взрыва во время пятничной акции. Тогда в толпу манифестантов было брошено взрывное устройство. Инцидент еще больше накалил напряженность в отношениях правительства и оппозиции. За время протестов в Таиланде 9 человек погибли, около 500 получили ранения.